Ехали. Слушайте, раньше все время здесь проезжали в прошлых годах, а здесь устроили кемпинг для того, чтобы люди сюда не проезжали. Смотрите, что они горочку навалили. Поставили, внимание, частная территория, и все, проезд закрыт. Доброе утро! Всем привет, друзья! Вы на канале «Контрольная рыбалка». Меня зовут Юля. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Конечно, следите за обновлениями, колокольчик, дзинь-дзинь, и все, тогда ни одного обновления не пропустите. Сегодня я поехала на рыбалку, хотела на Вилейское водохранилище. Сейчас смотрю, волны, конечно, как на море. Это жесть, это жесть. Прогуливаюсь вдоль береговой линии, ищу какое-нибудь интересное место для того, чтобы можно было разместить лагерь. Ну, еще деревья, видите, упавшие, попадали. О, ну, ребят, вот здесь вот более или менее как для отдыха место, видите, сразу видно излюбленное местечко для людей. Волны такие есть. Оп, посмотрим. Есть, но не такие, как там дальше справа. Правее волны сильнее, конечно. Обалдеть, посмотрите, одна стена камыша и вторая стена камыша. Ой, как здесь много ракушечника. Вот здесь вот его очень много. Ну что, с местом я определилась по поводу размещения. Сейчас буду пробовать что-нибудь поймать. Подъезжаю на него и... Утки полетели. Почему они не улетели на юг? Ну, я довольна, ребят. Там ветра вообще нет. Там ветра вообще нет, там, где я буду сидеть. Я буду просто, как кайфушница, сидеть и кайфовать. И пускай даже на забросе, возможно, будет что-то куда-то улетать. Но я буду сидеть в тишине. Ну что, рыжий, достаем. Достаем, у меня здесь все, считайте, почти собрано, даже крючок навязан. Сейчас только нужно будет точку ловли найти, ребят, и все. О. Все так сразу туда и понесу. Да, рыжик? Казалось бы, вот, ребят, реально место, да, для палатки спрятаться, для размещения, но, учитывая последние события, видите эти сосны? Любая может обломаться. Собираю свой фидерок. Двухчастный, волжанка. Думчев. Почему волжанка? Потому что все-таки я подумала, что я ведь ловлю не на реке, а на водохранилище. Поэтому нужно ставить более или менее чувствительный фидер. Груз довольно большой. Посмотрим, справлюсь ли я с ним при помощи этого удилища. Так. Ну и первый заброс. Для того, чтобы раскрутоваться, здесь дистанция вообще минимум 30 оборотов. Поэтому я далеко не выбрасываю. Раз. Да, Рамс, прикинь. Опа. Травичку сниму. Что, напугался? Baby, me and you.
прошла дистанцию, сейчас отмеряю на колышках, чтобы запомнить. All through the stages, both becoming seen. Надеваю, давайте, пару мотыльков. Раз. Два. И сейчас проверим. Просто корм. Что здесь нашей желанной добычей является подлещик. Я беру мотыля, которого буду добавлять нарезанным в прикорм. Плюс ко всему я буду добавлять печечку вот так вот, разноцветненькая. Угу. Я буду порционно добавлять корм. Нарезав рамс, да? Как ты думаешь? Устанавливаем палаточку, ребят. Вот с той стороны, как видите, идет тучка с дождем, скорее всего, поэтому ставим ее, чтобы было куда спрятаться. Вот здесь вот совсем недалеко стоит мой фидер. Смотрите, какая у меня интересная камушовая дорожка к нему прям. Оп, пролегает, красота. Волны очень сильные, ветер очень сильный, но здесь между камышей его совсем нет. Здесь в ведерке мой корм, здесь наживка, снасти какие-то. Фидер пока что один. Опа. Опа, ребят. Вот у меня такая смахтуха, один крючок навязан. Буду по два крючка оставить. Один выше, второй ниже. Дно здесь твердое, поэтому, я думаю, должно быть, в принципе, неплохо. Сюда мы выбиваем нашу прикормку. Это пускай висит, а вот это можно сюда прям внутрь вставить. Вот так. И сверху. Делаем вот такую штуку. Это закидушка с, в росте 2,7, наверное, но я точно не помню. И это смоктуха. Внутри там забит опарыш. Здесь висит червячок, и я пойду забрасывать в соседнее окошко. Две смоктухи заброшу в соседнем окне. Людей все равно мало, поэтому я думаю, что относительно занятости береговой линии никаких вопросов возникать не должно. И сразу стараюсь, чтобы сильно не выматывал. Молодец. Колокольчик носишь. Молодец.
Мне непонятно, есть там рыба или нет. Какое ощущение вообще, что рыба есть? Хотя, может, просто она... А, кстати, она должна была бы всплыть. Значит, там есть рыба. Наверное. Посмотрим сейчас. Есть, ребятки, рыбка! У-ху-ху! Вот такая красота. Опа! Опа! Есть сопливый, вот такой красивый. Хе-хе-хе. Есть на опарыша с мотылем. Вот так вот пришла. Он сидит мне на опарыше с мотылем. Добросила наконец-то до нужной точки. Кстати, больше, чем летом по размеру. Это радует. Я рада. Я рада. Надвинулась в поводок. Опа. Сбиваю слизь и снова перезабрасываю. Ставлю опарика. Так. Блин, поклевку хочу увидеть. Когда уже ветер прекратится. Из-за ветра не видно поклевки. Ставлю одного опарыша. Рам, слови его. Ты же загонять должен рыбу. Он как будто чувствует, что он может допрыгать, бля, кому-то. Есть. Ребят, чуть-чуть опоздала с включением камеры. Была поклевка, я увидела ее. Даже специально посчитала, на сколько счетов. Все, теперь я буду знать. Поклевка была хорошая. Надеюсь, что рыба будет. И надеюсь, что это будет снова подлещик. Потому что была, ну, была хорошая поклевка. Иди, иди, иди сюда, иди. Идет, 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 идет. Идет. Кто там у нас? О! И это у нас. Ох, какая плотвичка хорошая, а? Ох, какая хорошая плотвичка, ребятки. Обалдеть. Ё-моё, угнала прям в шахту. Ну толстая. Вообще просто огонь. Где-нибудь вот здесь его поставим. Так, ребят, уже все успокоилось. Практически нету ветра. Я вообще не чувствую, даже если он есть и небольшой, вообще ничего. Пару рыбок уже в садке. Ребят, если не ошибаюсь, у меня рыба подошла просто. Ну, у меня длинный поводок. Не знаю, что идет, но идет либо полоса, либо подлещик. То есть это точно не ешь, это точно не окунь. У меня кормушка весит 70 грамм. Откуда я знаю, что там идет? Я не знаю, как определить, что там. Подлещик. Еще один подлещичек на мотыля с опарышем. Опа, красавчик. Через час уже закат. Я хочу покушать, еще успеть сделать. Поэтому нужно поставить зонтик. Сделаем вкусняшки на сковороде из диска бараны. Сильно бросали. Всего. Сейчас уберем, потому что даже неприятно проходить сюда. Иду и не приятно сами по себе. Стемнело. Собираюсь готовить кушать. Сегодня на ужин вообще просто все. Мясо. Я его нарежу мелкими кусочками большими, не хочу. И грибочки.
Может быть еще картошечка, если она есть. Но вроде бы была. Посмотрим. Мяско должно быть очень вкусным, я надеюсь. Обожаю вот прослоечку мяска. Сальцончик хороший. Шкурка, если будет мягенькая, тоже будет просто супер. Опа. Объедает, ребят. Как будто рыбка, ребят, не знаю, сейчас посмотрим. Ну, это может кажется. Может, какую траву схватила или что. О, я же говорила, ребят, что это. Ёрш, понимаете? Ёрш. Да какой хороший, большой. Опа! Есть! Есть, ребятки. Что-то только непонятно что. Не могу сошел. Нет, не сошел. Это... И это у нас во. Такая хорошая рыбина, посмотрите. Обалденная плотва. На что? На что это она тут взяла? Непонятно. У нее во рту крючок с классным, похоже. Не. Да. О, вот такая красота. Опа, сейчас картошечку начинаем. Наживляю. Опарыша. Так. Так. Давайте вот так. И вот. Вот так. Сейчас уже. Ребят, это у нас плотва. Вот, пожалуйста. Два опарыша, один мотыль. Ого, смотрите, еще и побитая. Хищник там какой-то ходит, бродит. Интересно. Посмотрим, насколько меня хватит. Если ночью будет хоть что-то объедать, поплевывать,
Почему нет? Можно трошки посидеть. Но отдохнуть, конечно, в палатку придется пойти. А может, и дождь сейчас прогонит. Опарыша, пучок мотыля у нее сработал. Вот такие вот дела. Ну хотя бы клетичка, клетичка, ну и то хорошо. Поставлю, возьму большой пучок мотыля и закрою его. Почему ночь-то плохо? Не могу понять. Хотя зимой здесь тоже плохо. Я пытаюсь определить, вообще хочет клевать или не хочет, потому что как только я отхожу, тут делище возвращается обратно, то все время что-то съедает. Но когда я стою и пытаюсь поймать поклевку, ну что-то поплыло, это была ловушка. Когда я пытаюсь поймать поклевку глазами, я не могу этого сделать, я все заплёкся. Ну-ка. Ага, запутался. Такая вот плотва. Поставила для ней поводок и сразу ее засекла. Ну, типа видно какие-то мелкие колебания, некие, блин, комары не появились. Но это уже рыба. Это уже рыба. И неважно, какого она размера. Это говорит о том, что на точке рыба есть, она питается. Что у меня лезет вот сюда? Я не могу понять. Откуда комары, бляха-муха, осень? Корм у меня вот такой вот уже слипшийся от дождя. Натуральный сироп называется. Так, девочка Юля наконец-то добрасывает в точку. Ночью во мне проснулся монстр фидер. Это густера, по-моему. Густера на опарыш, еще и на смоктуху, еще и ночью, еще и на Вилейском водохранилище, еще и такого размера. Густера. Обалдеть. Самая настоящая густера на опарик. Прикольно, прикольно. На смоктуху это уже очередная поклевка. Это уже, наверное, вторая или даже третья рыба. Это ставлю вот сюда. Рамзес. Это ставлю вот сюда. И сверху вот так, хоп, и закрываю корм. Ой, и огонь большой. Так вот, ребят, ставлю. Чувствуется, что похолодало. Сегодня было 22, завтра 8. Прям
мосточке, ребят, есть рыба. Я приняла решение посмотреть, посчитать, когда будет первое касание и когда будет такая основательная поклевка. Получается, я забросилась, досчитала где-то до 120. Была первая вот такая вот хорошая подтяжка, но рыба, видно, не засеклась. И потом где-то на 160-170 произошла вот такая хорошая поклевка. Я успела подсечь, и сейчас идет какая-то рыба на два красных опарыша. Ёпсель-матрёпсель. Я не поняла. Мы что, сегодня спать не пойдем? Не, ну реально просто, если сейчас клюет, а не клюет днем, то это пипец, типа. Ну, а вдруг лещ подойдет? Смотрим, кто там у нас. Ну, смотрите, я уже укрупняюсь, ребят. Прикиньте, ёпсель-матрёпсель, а? Я увидела. Там, значит, рыба у меня стая стоит, вы понимаете? Пока спали, чтобы вы понимали, два раза срабатывала сигнализация. Обосраться можно, честно говоря, когда понимаешь, что здесь в округе никого не должно быть. Посмотрим, что рыбка есть, 100%. Ну, подвесочек. И он клюнул. Ой, в шахту захватил. Доброе утро, лохматый пес. Доброе утро. Маленький, что такое? Смотри, рыбка. Рыбка, утренняя рыбка. Главное, не тебе. Я ее поймала, но это не значит, что мы ее сейчас сразу съедим с тобой, моя шока. Я думала, ветер поднимется только к середине дня. Он поднялся уже. Но не совсем сильный. Камыши меня защищают. Буду сейчас перезабрасываться, потихонечку пытаться ловить подлещика, плотвичку, ерша, бычка. О, пошла. Самое главное, ребят, это с утра проснулся, зубки почистил, лицо промыл и все, по-другому, как будто бы новый человек. Погода ветреная весьма, посмотрим, что удастся реализовывать, а что не удастся. Рамс, как ты думаешь? Вот оно, прекрасное утро, а главное солнечное. Если так будет солнышко светить целый день, будет просто прекрасно.
Так, клюнул на мотыля. Ну, раз окунь подошел, так может сейчас кто-нибудь еще подойдет. All through the stages, both becoming seen into. Каменичка. Знаете, у кого-то там подлещики клюют, плотва клюет, кто-то много наловил, кто-то просто в баню взял, сходил. С собой в баню у меня обязательно есть тапочки, обязательно есть шапочка, вот такая, либо вот такая. И, конечно же, сменная одежда. Веничек сегодня березовый. Перед парением его замачиваем в водичке, а потом еще дополнительно запариваем горячей водой. Самое время осмотреться от клещей, потому что вчера на реке было их довольно много. Здесь песок, здесь их столько нет. Опа, ребятки, все аккуратненько вот так выкладываю. Чуть-чуть водички, потому что перед баней, в бане, после бани нужно пить много воды, а желательно даже подсоленной. О, хорошо, ребятки, тепленько. Обалденчик. Многие мне стали писать, что у меня очень много рекламы, мало рыбалки и так далее и тому подобное. Я придерживаюсь той философии, что рыбалка — это не только процесс выуживания рыбы. Рыбалка — это отдых. Рыбалка — это времяпрепровождение, это вкусная еда на природе, это сон в палатке, это поиски места, это воздух, это территория, которая вас окружает, это все. Плюс у меня куча классных ништяков, которые я, конечно, могу показывать, могу рассказывать, как я ими пользуюсь. Причем вы из видео-видео вот этой палатки, за которую вы говорите, что я рекламирую, ей уже больше года. Больше года! О какой рекламе может идти речь? Я просто пользуюсь и восхищаюсь тем, что я пользуюсь, потому что вот эта вот вещь — это одна из самых крутых и полезных вещей, которая у меня когда-либо появилась. Я обожаю свои палатки, я обожаю эту палатку, я обожаю шатер Морж, я обожаю палатку Lotus Tent, я обожаю свой фишкаяк, на котором я плаваю, поэтому я его показываю, я обожаю свою электропилу, шуруповерт, все, абсолютно все, потому что все, чем я пользуюсь и продолжаю пользоваться, это все мои самые любимые вещи, которые идут со мной вместе в видео из года в год. Из года в год они идут за мной. А прикормка РС из десятилетия в десятилетие. Водичку, которая вот в этой вот кружечке находится, я специальное ароматическое средство налила, это мой любимый запах, кстати, белорусского производства, и вот этим вот я заливаю веник. Здесь горячая вода, веник сейчас в холодной воде, я горячей водой заливаю веник над камушками чики-пуки, и все, и потом хлыбысь, 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 и я парюсь. О! Ой, а я тут красавица такая сижу, жду, пока меня ляснет веником кто-нибудь по жопе. Ё-моё. Так. О, запекло. О. Ой, горячо. Ой, горячо, ребят. Пара дофига, блин. Пекуче, 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 надо подышать, 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 подышать.
Головокружительно хорошо. Вообще, вот это я понимаю, прогрелись. Понимаешь? Вот это я понимаю, блин, вообще, вот офигенно. Понимаешь? Ну что, друзья, вот такая вот рыбалка с отдыхом на водохранилище в Вилейском получилась. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Надеюсь, что следующее видео будет с рыбалкой на налима и спиннинг. Пока! Не хватает ничего есть?